Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом видео я хочу вам показать, как закрывать петли при помощи декера. Вот мы связали с вами какую-то деталь изделия. Достаем нить из каретки. Придерживаем ее вот здесь снизу. Теперь смотрите, декером захватили иглу, вытащили иглу, чтобы петля перескочила через язычок. Теперь толкаем иглу в заднее нерабочее положение, сняли петлю на декер, перевесили на соседнюю иглу. Теперь выдвинули эти две петли за язычок, обвили иглу нитью и протаскиваем ниточку, провязываем эти две петли. Снова декером на себя, от себя перевесили на соседнюю иглу. Вытащили иглу вперед, так чтобы петли соскочили с язычка. Теперь сюда подхватываем нить и протягиваем ее через эти две петли. Снова сняли петлю, перевесили на соседнюю иглу, выдвинули иглу за язычки, накинули нить на иглу и провязали эти две петли. Вот таким образом петли закрываются. Смотрите, я когда ниточку накидываю на иглу, так, перевесили вот этот момент, я накидываю ее справа налево, можно делать слева направо, как вам удобно. Но все движения ваши, когда вы накидываете нить, должны быть в одну сторону на протяжении всего закрытия. Так, накидываем нить и провязываем. Смотрите, это закрытие точно так же можно делать через колки. То есть вот мы выдвинули, сняли нить, перекинули на соседнюю иглу, завели ниточку за колок, выдвинули петли за язычок и через колок ниточку сюда проложили в иголку и провязали. Дальше сняли, перекинули, через колок начали уводить иглу и тут вот проложили ниточку. Сняли, перекинули, через колок провязали, сняли, перекинули, через колок провязали. Видите, у нас уже полотно висит на колках. Сняли, перекинули, и так до конца закрываем. И последние петельки. Провязали.
вытащили эту петлю. И смотрите, видите, все петли у нас висят на колках. Снимаем и смотрим. Вот такое получилось закрытие. Вот это вот через колок. Вот такой край получается. А это без колков. И как вы видите, здесь есть вероятность того, что немного край будет закрыт и стянут. На этом у меня все. Не забывайте подписаться на канал. Увидимся в новых уроках. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!